Во Франции обвинение в пособничестве террористам предъявили хозяину квартиры в Сен-Дени. В квартире проживали люди, причастные к атакам 13 ноября. Сам владелец помещения утверждает, что ничего не знал о намерениях своих постояльцев. Не в курсе того, что террористы живут буквально под их носом, были французские спецслужбы. Это признали в прокуратуре Парижа. Конспиративная квартира одного из ключевых организаторов терактов, Абдельхамида Абаауда, располагалась всего в километре от места первых взрывов. Мало того, как показало расследование, во время эвакуации раненых из концертного зала Батаклан, Абаауд возвращался на место преступления, не вызвав ни у кого подозрений. Вечером 13 ноября во французской столице пригороде была совершена серия терактов, жертвами которых стали 130 человек. Более 350 человек пострадали.